В новом операционно-хирургическом блоке Звенигородской горбольницы номер 45 завершился ремонт. Уже с 1 апреля в обновленные помещения переедет Одинцовская хирургия в связи с реконструкцией здания на улице маршала Бирюзова. Сейчас мы там доделываем, скажем, палаты. Тут у нас проведен кислород, тут у нас проведена, сделана вся электрика, сделана вся уже разводка, и в том числе, так скажем, медицинские газы и так далее. То есть тем самым это полноценный хирургический корпус, который на течение полутора лет будет выполнять нашу главную функцию по Одинцову – это лечение хирургических заболеваний. Раньше в больничном корпусе располагалось реабилитационное отделение. Сейчас помещение не только отремонтировали. На 7-м этаже Звенигородской больницы провели строительно-монтажные работы и обновили коммуникации. Процесс ремонта и обустройства находился на контроле местного отделения «Единой России» в рамках проекта «Здоровое будущее» и отработки наказов народной программы. Глава округа Андрей Иванов проверил условия, созданные для комфортного пребывания пациентов, и осмотрел современное оборудование. Все такие вот, реанимация, да. Тут будет большая реанимация, будет реанимация 24 койки у нас первым этапом. Это современный, можно сказать, ультрасовременный оперблок. А таких на территории Московской области совершенно немного. У нас здесь сейчас 8 современных операционных. У нас здесь это и ламинарные потоки, и, так скажем, бесконтактные мойки и так далее. То есть, соответственно, этот оперблок, он соответствует всем требованиям безопасности для оказания медицинской помощи. Приступить к реконструкции хирургического корпуса на улице маршала Бирюзова в Одинцове планируется уже в апреле. В соответствии с проектом в обновленном здании будет достроено приемное отделение, что позволит разделить потоки для планового приема и экстренной госпитализации. Также для повышения комфорта пациентов в палатах появятся санузлы и душевые. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».